к бандикам ебаный запускать. Зачем тебе он? Ты же все равно на записи будешь смотреть. Я хочу так попробовать. А так лучше, мне кажется, в наблюдателе. Ну, оно не, ну, как... оно-то лучше, но ты сейчас будешь что-то комментировать. Ну а что, нормально? Отключит нас там, я не знаю, в DC будет комментировать. Ага. Ну я перейду в другую комнату просто. Ну или отключусь вообще. Дуракой. Все жрать будет, наверное, блядь, посреди боя. Да я уже доел. Персик. Персик, блядь. Угу. Ну где ты там? Наблюдатель. О. У меня нет этой карты. Долина дождей, серьезно. Я не знаю, хули ты поставил, блядь. Ты другую версию возьми. У меня нет другой версии. Я поменял. Типа, ну рот, Алексей, ты можешь поменять карту, у тебя какие-то нахуй тут версии, ебаные, блядь. Что значит? Ты дебил? У тебя карты, блядь, постоянно уже не первый раз. Это, вот эти карты один на один, они нахуй отличаются от наших. Вот у тебя была вот эта карта? Ну, у меня написано ледяная граница, вот. Ну, карта белая такая. Ну, до этого у тебя была нормальная. Была там. Это ты там понапутал что-то, Данил? Ты понапутал, блядь, я вообще нихуя не трогал, Алексей. Не знаю, были карты Долина Дождей, потом Долина Потерянных Душ. Что-то. Но она у тебя, мини-карта показывалась? Показывалась. Блядь, ну я хуй знает. Я их не трогал, блядь, хули они у меня такие, я не знаю. Ладно, я съебался, давайте. Что там без мира, блядь, турнирные правила? Турнирные правила включи, Алекс. Это зачем? Что-то не видел, кто что и какие раз. Может поменять решить. Ну и чё? Ну, всё. Я съёбываю, давай. Ладно. Тебя карта устраивает? Вот. Стой, блядь. Ты запустил? Да, нет, нормально, чё? Похуй. Подожди, блядь, мне бандикам не включил. Он тебя хоть крякнутый? У меня, блядь, крякает он нахуй, как утка, блядь. Ошибись. Интересно, а сколько наблюдателей может быть всего? Ну, не знаю, вроде бы много. Интересно, из-за этого виснуть будет игра? Ну, вообще, да. Ну, два, я думаю, нормально будет. Надо еще кого-то подтягивать, чтобы еще сегодня сыграть что-то, чтобы кто-то сыграл. Блять, Алексей, вот именно сейчас, но кряк слетел. Блин, ну давай. Что там, крякаешь заново? Да. А я долго пользовался версией, где вот надо этот кейген, этот, блять, мейл вводишь, и оно типа работает. А сейчас у меня какая-то другая хуйня. Ну, короче, она не требует этой хуйни постоянно. Какую-то удачную версию скачал. Хули, я всегда скачиваю, блядь, похуй. Что первое нашел, скачал, не понравилось, удалил, еще ищу, скачал, блядь. Вот что-то сейчас удачно получилось. Да, так кто же пойдет, блядь? Не волк. Фу, как некультурно. Что-то же никто больше не подтягивается. Все, запускаем. Да. Эх, блядь, как играть-то вспомнить бы, сука. Да ладно, что там вспоминать? Сейчас как затащишь. С пула, блядь. Затащишь.
Ну, как-то так. Я комментирую. Да, сейчас. Да, я так и понял.